Всем привет, ребятки. Мы ходили в поликлинику, Давиду брали выписку для школы с поликлиники. Вот, а сейчас мы вам покажем, какая у нас на площади елочку нарядили, какую красивую. Вот там впереди елочка. Сейчас мы поближе подойдем. Вон Давид машет. Так, вот такую елочку у нас поставили. Ночью будет, конечно, красивее, будут фонарики светиться. Домик еще какой-то ставят здесь. Ой, зайди. Ну, заходи. Домик такой поставили. Еще его украсят потом. Тут будет декорация еще поставить, всякие елочки маленькие. Ой. Вот такая вот елочка днем. Ну, ночью, конечно, она красивее, она вся светится. И крутится, кстати, будет. Да, Давид? Так что такая елочка. Надо будет еще вечером. Нет, нет. Нет. Еще придем вечером сюда, посмотрим, когда она будет крутиться, елочка. И мигать. Вот такие дела. Так что, все, выписку нам дали. Завтра идем в школу. Вот так вот. Темнота. Мы вышли на прогулочку. Наш фонтанчик закрыли уже. К Новому году нарядили. Давидка ходит, играется. Это парк возле нашего дома. Вот такая у нас дорожка с гирляндой вверху, желтенькая. Давид вперед пошел. И там впереди елочка у нас голубенькая, светится тоже. Там сзади у нас фонтан остался. Такая красивая дорожка. Давидка возле елочки стоит. Хорошо с ним встречаешь. Да. Я сообразила. Угу. Какая елочка. Что там? Давидка балуется. Там такая дорожечка. Желтенькие гирляндочки. Класс. Что ты там делаешь? Расу сбиваю. Расу сбиваешь? Понятно. Росу он сбивает. Вот такая елочка. Так, а вот вам наша елочка возле базара. Еще ее у нас в центре. Возле базара сейчас. Вот. Такая елочка красивая у нас возле базара. Так-то, ребятки. Уже украшают город празднику. Всех с наступающим, ребята, Новым годом. Всех поздравляю с наступающим. Вот такая елочка. Такая вот елочка у нас возле базарчика.
наша ночная балаклея. Вот так еще звездочку покажу разок. Все, вон она, елочка. Тут украсили. Красота.